Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить плов из кино с грибами. Первым делом пару луковиц и немного чеснока обжарим в сковороде. Лук стал золотистый, теперь отправляем к нему грибы и будем тушить их до готовности. Грибы утушились, их запах распространился уже на всю квартиру. Теперь добавляем к ним киноа, зальем его водой или, может быть, у вас остался бульон. Тогда получится еще вкуснее. Теперь будем варить все вместе до готовности, периодически помешивая. Киноа сама по себе очень полезная крупа, немного витаминов и микроэлементов. Вкус у нее очень интересный. Также она дает очень интересное сочетание с грибами.